Здравствуйте! Сегодня мы будем делать из печени без строганов. Нам понадобится лук, сметанка и сама печень. Печень нарезаем соломкой. Лучок тоже. На сильно разогретую сковородку наливаем чуть-чуть масла. И высыпаем лук обжаривать до золотистой корочки. Обжариваем лучок слегка и добавляем печеночку. И перемешиваем. Ну вот, я ее помешала, она притомилась жарочкой, и насыпаем сметанку. Ну вот, добавили мы сметанку, посолили, поперчили, перемешиваем, накрываем крышечкой и на минут 20 тушится. Ну вот и все, без строганов готов. Приятного аппетита!